ты что делаешь? Какой кальян? Вы чё? Да ты кальян Откуда вы по-любому. меня знаете? Да потому что харе брынькать тут уже. Откуда вы меня узнали? Я тебя каждый день вижу. Да, ты в группе вот эти, да? В группе играю? Всем привет, дорогие друзья, хотел снять видео в этом образе, но что-то передумал, а то слишком жарко. В этом видео буду просто играть людям на гитаре и смотреть на их реакцию. Недавно посмотрел аналитику канала и увидел, что меня смотрит 76% людей без подписки. Поэтому попрошу вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, а также поставить лайк и написать любой комментарий. Все эти действия сильно продвигают канал, и тогда видео будут выходить чаще и качественней. Друзья, также хочу порекомендовать музыкальный магазин Skiff Music, в котором вы сможете купить любой товар со скидкой по моему промокоду Николай Попов. Это могут быть струны, гитара, микрофон, наушники, любой другой музыкальный инструмент и так далее. Также до 31 июля в Skiff Music проходит конкурс, в котором вы сможете выиграть крутую гитару. Для этого нужно купить любой товар от 1000 рублей по моему промокоду и просто ждать результаты. Ссылку на магазин я оставлю в описании. Не буду затягивать, смотрим видео. Че, сыграешь там что-нибудь? Давайте, какую вам песню играть? Вахтером, ты знаешь такую? Нет, брат, спать пора. Пойдем спать. Знаешь, есть самое сложное, ну, насколько я слышал, самое сложное что-то сыграть вот на испанском, потому что это нужно очень быстро это делать. Красава, на натуре. А сколько ты учился на самом-то деле? Сколько лет нужно так, чтобы типа вот прям быть на левеле? Да не знаю, я с 6 лет играю, я не знаю, сколько надо учиться. Сколько тебе лет? 27. Ты гонишь, и ты в Раше еще 27 лет сидишь? Я уже 24 года думал, как с Украины спетлять. Чувак, делай ноги, блядь, это же пизда, яма, нахуй. Никакой жизни, блядь. Ни там, ни там. Ну, да, а ты в Москве не жил? В Москве еще более-менее, нет? Да вообще говно, ты что гонишь? Какая Москва, какой Питер, это все хуйня. Поверь мне, типа, в России, в Украине, в Беларуси, вообще, всех странах будущего нет. Мы отстали там, ебать, там, на 100 лет вообще. Когда... Ну, на 50, короче, по-любому. 50 точно, да. Ты чего, братан? Это просто в России, в Украине, там, блядь, в СНГ, там, просто жизнь, work for life, понимаешь? Все, ты работаешь просто, чтобы выжить. А здесь ты живешь. Разница другая. Все, брат, мы тебе желаем удачи. Все. Я тебе... Делай ноги. Все, держи. Кстати, в этом видео я не запикивал мат, как это делал в прошлых роликах. Как вы считаете, стоит ли запикивать или так смотреть интереснее? Напишите в комментариях. Вопрос тоже как-то раз наткнулись на пацана, который играет на гитаре. Он играл депрессивные песни, и она начала реветь. Это кто был, интересно? Опять плакать.
А, не, Нирвана же была, Нирвана, с Нирваны самой легкой. Вот это вот. Да. У тебя хотя бы прищепка есть, у меня ничего не было. А так можно было? Вот это что ли смущает? Да, да, это как ты делаешь? Ну это флажолет, там бывает типа. Просто я так понимаю, я в этом деле вообще ноль. Видно, класс. И да, обычно вот это получается каким одному. К тебе на онлайн-курсы. Что? Можно к тебе на онлайн-курсы? Ну, я даю уроки, да, на самом деле. Ну, я понял, что ты это, как это, не зря учился. Если хочешь поучиться у меня игре на гитаре онлайн, то пиши мне ВКонтакте или Инстаграме. Ссылки в описании. И не забудь поставить лайк этому видео. Хочешь классно покажу кадр? Давай. Вот мышка, а вот кошка. Понял. Прикольно, да, выглядит? Да. Располагающая, ну, сидеть на бережку где-то в Испании, кофеек, и обозревать, как говорится, окрестности. Писать мемуары или рассуждать о былом. Барышне миловидно рассказать о своем хождении. Замечательно. Респект, респект. Замечательно, приятная вещь. Редко кто, как говорится, находит такие вот замечательные аккорды, и редко кто их ценит. А можно ли сыграть саундтрек из «Пиратов Карибского моря»? Это вообще возможно? Так. Замечательно. Стинг, если я не ошибаюсь. Шарман, шарман.
респект, так сказать, и уважуха. Это, блядь, вкусно. Надеюсь, вы в дальнейшем найдете более интересный инструмент. Оу май! И выдадите на нем более, как говорится, замечательные душевные, как говорится, ноты. Баста. Очень красиво играешь на гитаре. Группа «Ксюша не дает». Это песня так. Это песня «Ксюша не дает». Название для группы тоже нормальное. Прикинь, группа «Ксюша не дает». Ну, многие путают, да, что это группа «Ксюша не дает». Да. Это отрывочек из «Ксюша не дает» как раз-таки. «Ксюша не дает» дальше, да? Да. Не, группа была бы прикольнее, конечно. Группа «Ксюша не дает». Все «Ксюши» были бы ваши, это во-первых. Понял, понял. Сказали бы: «Парни, какие проблемы? Меня зовут Ксюша, я не жадная». А что самое сложное вот сыграть? Давайте любую сыграю. Любую? Да. Прям любую? Да. Андрей Губин. Какую песню? «Девушки как звезды». Ладно, я пошутил, не умею играть любую. Это играется очень легко. Выра. Караба, караба, ну пиздец. Я тебя видел в Палата 23. Был ты там? Где? Палата 23, YouTube канал. Не. Я тебя там видел. Хотя может быть. Не, хотя может быть. Я тебя там, знаешь, я этот очень... канал? Ну-ка, а что там, что-то хуёво идём. Да-да, наверное. Твои руки, блядь, практически заточены под хуй, только они попадают, блядь, во все ноты. Блядь, ну, научи меня, я тоже так хочу. Я не гитарист, но у меня руки как? Ну, как я сказал, заточены под хуй. Красавчик, красавчик. А Металлик, это мою вот мелодию с детства. Самую... Красавчик, вообще, нахуй, молчага, нахуй. Знаешь Пуссикиллера?
Нет, знаю вот эту. Случайно не Диор. Сыграем Моргенштерна. Что вы проходили в школе? Какие пьесы? Помнишь что-то из школьной программы? Хорошо. Песню Цоя, пожалуйста, для меня. О! О! Вау, большое спасибо вам. Какой-то группе, да? Да. Я понял, этого самого Филиппа Киркорова, да? Да. Ну а что ты сидишь? Надо ж кататься по концертам, что ты сидишь на месте. Ну как, ну иногда ж нужно и в чат-рулетке посидеть. О, дорогой гитарист. Стой. Я тебя, по-моему, знаю. Откуда? Ты, по-моему, на Ютубе был. Где? Бля, откуда? Я не помню. Я тебя, по-моему, на Ютубе видел. Угу. Да. Да, знаю.